и у покупателя, чтобы не попасть в руки мошенникам? В первую очередь покупатель должен посмотреть все документы, которые имеются у продавца. Имеется в виду все правоустанавливающие документы. Документы, подтверждающие права гражданина на это помещение. На сегодняшний день этими документами являются свидетельство государственной регистрации права или же, допустим, договор купли-продажи, договор дарения или иной документ, но с обязательным условием, что этот документ должен быть зарегистрирован в бюро технической инвентаризации. Это касается документов, которые были выданы до августа 1998 года. Для того, чтобы не попасть в руки мошенников, ну, соответственно, я бы порекомендовал обратиться к специалистам. В данной ситуации у покупателя должны быть, соответственно, документы, подтверждающие его гражданские права, то есть паспорт. Вот, и необходимо будет согласие супруга или супруги на приобретение этого помещения. Ну, все дополнительные, допустим, условия там, по сделке можно будет получить в квалифицированных организациях, занимающихся недвижимостью.